Время для перекуса есть не всегда, поэтому многие предпочитают фастфуд, который не очень-то и полезен. Вместо него рекомендую вот такую выпечку. Расскажу, как приготовить булочки для перекуса. Булочки делаю с начинкой из колбасы и сыра, их вкус очень похож на всеми любимую пиццу. Можно использовать печень, мясо, овощи, несколько сортов сыра, а также сладкую начинку, творог с карамелью, ягоды, фрукты и многое другое. Такие булочки очень удобно брать с собой повсюду, ведь начинка не вываливается, как у обычных бутербродов. 1. Нагрейте молоко до комнатной температуры, влейте его в чашу комбайна и растворите в нем дрожжи, оставьте на 3 минуты. 2. Через 3 минуты добавьте 4 столовые ложки растопленного сливочного масла, сахарный песок и размешайте. 3. В несколько заходов добавьте просеянную муку, затем вымешивайте тесто. 4. Уберите насадку комбайна и вымешивайте тесто вручную еще 10 минут. 5. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто на 1,5 часа. 6. Перед использованием разомните тесто руками. 7. Разделите его на 14 частей и выложите на смазанный растительным маслом стол или поднос. 8. Подготовьте начинку. Нарежьте тонкими ломтиками колбасу, оба вида сыра натрите на терке. 9. Каждый кусочек теста раскатайте в небольшую лепешку, по центру выложите несколько ломтиков колбасы, затем добавьте два вида сыра. 10. Аккуратно подверните края и сформируйте булочку. 11. Соедините в кастрюле воду и соду, отправьте на огонь и выложите в кастрюлю по 3 булочки, оставьте на полминуты, затем переверните и готовьте еще 30 секунд. 12. Выложите булочки шумовкой на смазанный растительным маслом противень, острым ножом сделайте неглубокие надрезы крест на крест. Смажьте булочки 4 столовыми ложками растопленного сливочного масла, посыпьте чесночным порошком, солью. 13. Выпекайте булочки в разогретом до 200 градусов духовом шкафу около 15 минут. Готовые булки можно заморозить или есть после остывания.